Документы. Откройте саквояж. Стой! Сеньор лейтенант, прямо в башку, наповал, даже вякнуть не успела. Молодец, Нельсон. Хорошо научились стрелять ребята. Извините, сеньор, служба. Стреляют. Что-то доктор наш задерживается. А этот что там делает? Спит он. Тогда убавьте телевизор, пусть поспит. С вами все в порядке, доктор? Мы слышали выстрелы. Патруль. Ничего. Нет, нет, ничего. Это он? Да. А откуда он? Местный. Это ты его нашел? Это я его нашел. Он возил товары в лавку моего отца. Классный водитель. Надежен. Копит деньги на собственную бензоколонку. Поручение выполняет безукоризненно. Но ведь это... Это особое поручение, Рауль. Он выполнит его. Я ручаюсь за него. Для него главное, чтобы не обманули в деньгах. Кроме того, это его обычный маршрут. Его знают на всех постах. Неужели среди всего подполья не найдется человека, который выполнит это задание? Ну, ему это гораздо легче. За что ты на него так окрысилась? Что он сделал тебе плохого? Рауль! Охранка столько времени разыскивает Мигеля, а ты притащил какую-то улитку. При чем тут улитка? Да знаю я их. Чуть ветер подует, он спрячется в свою скорлупу, а Мигеля подставит. Политические убеждения? Никаких. Абсолютно никаких.
Позови его. Да, как его зовут? Чако. Сеньор Чако. Вам объяснили суть дела? Итак, вы едете по своему обычному маршруту до соседней столицы и обратно. Мы закупим у фирмы ваш рейс. Это обычная торговая сделка. Только вы должны поехать без сменщика. Сколько времени вы обычно тратите на такую поездку? 6 суток. Таким образом, начиная с завтрашнего утра, 6 суток, то есть в полдень 16-го ждем вас обратно. Вам все понятно? Во сколько вы оценили наше поручение? Чако попросил 1000. Вы получите 1000 сейчас и по прибытии еще одну. Всего 2000. Две так две. Две. И мы хотим, чтобы вы понимали всю важность нашей сделки. Запомните. Другой фотографии у нас нет. Возможно, он будет без очков. Это тот самый человек, сеньор Чако, которого вам надлежит привести. Сопроводительные документы вам даст Рауль. В условленный час, в условленном месте, к тебе в машину сядет человек, у которого будут документы о том, что он твой сменщик. Тоже из фирмы Ramirez & Company. Твоя задача — привести его сюда. Все. Ну, а теперь скоро утро. Давайте разойдемся. Полиция! Всем оставаться на своих местах! Быстро! Тоже мне полиция! Давайте, давайте! Спать. Я сейчас покажу этой полиции. А ну, ложись, полиция! Доктор, а мне вы не доверяете? Я доверяю всем, кто здесь присутствует. Но доверять вообще всем было бы глупо. Какой номер у твоего доджа? 312. 320. Могу сменить. Нет. Единственное, что если за рефрижератором будет хвост, заберешь Мигеля к себе. А если нет, то лучше оставь его у Чаку. Ну, а если же они сядут на хвост тебе, то найди возможность предупредить Мигеля. И постарайся продержаться на трассе как можно дольше. Мария. Мария. Будет другой звонящий. У меня же дело. Надолго? Дней на 6. Мария! Мария! Понимаешь, возможно, я... Возможно, у меня совсем скоро, буквально через несколько дней, появится возможность, ну, открыть свое дело, бензоколонку. Мария! Я хочу, чтобы там было все как у людей. Понимаешь? Маленькая аптечка. Бар. Чтобы клиенты скоротали бы время. Ну, ты меня понимаешь? Чаку, ты не сказал ничего такого, чего нельзя было бы не понять. Да, ты права. Я не сказал главного. Один я не управлюсь.
клиентов будет обслуживать Хуан. А хозяйка нужна в баре. Пойдешь? Хозяйка, пиво. Ну так что? Чако, ты ничего не умеешь делать. Даже предложение женщине. Значит, ты не согласна? Нет, конечно. Да и к чему говорить о том, чего пока еще нет? И неизвестно, когда оно еще будет. Это будет, Мария. Это будет очень скоро. На этот раз у меня появился верный шанс. Мне не 20. У меня есть свое маленькое дело. Мне ли гнаться за чем-то еще? Да тебе не надо ничего делать. Я все сделаю сам. И когда я все сделаю, я приду к тебе, и ты мне скажешь, да или нет. Чаку. Ну, хорошо. Не надо ничего говорить. Ни да, ни нет. Обещай только, что подумаешь. Хорошо, Чаку. Я обещаю тебе подумать. Хозяйка! Хозяйка! А я тебя здесь уже видел. Тебе что, здесь нравится? Часто сюда ходишь. Хозяйка! Бьюсь в заклад, сейчас появится наш спаситель. Он всегда появляется после рекламы слабительных средств. Я это давно заметил. Что я говорил? Мы уничтожим эту чуму. Мы сотрем с лица земли коммунистическую, социалистическую и всякую подобную заразу. Мы превратим ее в пепел, в прах. Очистим от нее небо, землю, воздух. Мартышка. Завелся. Это надолго. Теперь его не остановишь. Забьется наше знамя. Эй, парень, это слишком громко. Я хочу послушать, что говорит наш президент. А чего его слушать? Он ведь дал вам уже свободу. Чего ж вы еще хотите? Это случайно не из этих? Не из недобитых? Не собрались ли вы выползать? Я? Я сам по себе. И привык говорить то, что мне вздумается. Социалист. Красная сволочь. Напрасно. Я б его и сам. Вон отсюда. И свои дела решайте на улице. Слушай, Чеку, ты мне так раз гонишь всех клиентов. А разве это клиенты, Мария? Вот там у тебя будут клиенты. Настоящие клиенты. Если ты захочешь. А? Thank you.
Чака. Ну где тебя носило? Посмотри на часы. Нашел время для гулянок. Мог бы прийти и пораньше, ведь завтра в 5 утра выезжать. А ты не поедешь. Поедет твоя фуфайка. Подожди, а я? Ты поедешь в бар Марии, приклеишься у столика и будешь сидеть там до вечера. А что я там буду делать? Есть и пить. А потом? А потом пойдешь на танцы. Поймаешь девушку. И будешь плясать с ней до упада. Зачем? Чтобы ей понравиться. И остаться ночевать у нее. Я не хочу, чтобы тебя видели здесь, пока меня нет. А на какие шиши я буду там гулять? Приеду, расплачусь. О, Марии скажешь, Чако заплатит за все. А если себя будешь хорошо вести, святой Мартин вместе со мной тебе пришлет 200 монет. Сколько? 200. Долларов. Сколько же заплатят тебе? 2000. Ты много выпил? 2000. Ну вот, теперь мне надо искать нового сменщика. Ты же сможешь купить у этого Педро его бензоколонку. Не надо тебе никого искать. Можешь работать у меня. Послушай, Чака. А если ты поедешь по горной дороге, то лучше меня тебе никого не найти. Я поеду по другой дороге. А ты запомни. Я однажды чудом убрался с этой горной дороги. И если я узнаю, что ты навострился туда, я тебе сам сломаю нос. Понял. А шляпу ты для чего купил? Для конспирации? Шляпу это я тебе купил. А ты ходишь как этот. Как кто? Добрый день, Педро. Ты прав. День сегодня вправду солнечный. Педро, а ты не передумал? Нет. Значит? Значит, выкладывай денежки, и все здесь твое. Через неделю. А может, и раньше. Чем скорее, тем лучше. Пропади, оно все пропадом ходит, нюхает, думает, проверяют. А что тебе здесь не нравится, Педро? Климат. Здесь днем очень жарко, а вечером холодно. Это не для меня, Чако. Да. Понял. Вон, глядите, сеньоры. Я вам рассказывал про синюю лошадь, которая показывает всем задницу. Эй, парень, ты веселый человек.
Здравствуйте. Мог бы и подождать на улице. А я подождал минут 5. Но вы спали. Я решил не беспокоить. Я знаю, вас зовут Чако, а меня зовут... Тут церемонии ни к чему. Мы давно знакомы. Разумеется. А что такой сердитый? Я всегда такой. Так не бывает. А ты всегда такой веселый? Бывает. Так, ну, что я должен делать? Не мешать. Понятно. Ну? Мои вещи. Белье, брюки, бритва. Чако. Дай нам чего-нибудь поесть. Ну что? Скорее. Как всегда? Да. Сейчас, быстренько. Мне то же самое. Хорошо. Чако, иди сыграем партию. Давай к нам. Нет, ребята, есть хочется. Да он с новичком даже за стол боится сесть. А в прошлый раз с Хуаном. Нас разули и раздели. А когда не с Хуаном играть бесполезно? Да. Пойдем. Давай, давай! Пять-четыре. Ну, давай. 4-2. Обрубил. Ходи. Ну как, ребята? Как обычно, на обед играете? А? Как обычно. Ага. Тогда я ставлю все на один стол. Рауль Чака заказывает еще ящик пива. Мимо. Дубль. Мимо. Как ты играешь? С тобой с голоду помрешь. Поехали. О, красивая понча. Если женщина молода, то этот лучше. Не буду мешать. Заверните этот. Черт, что ему надо? Вы давно на трассе? От самой столицы, сержант. Вы не встречали додж, номерной знак 312-320 RH? Я на номера не смотрю. Если встретите, сообщите полиции. Машина черно-белая.
Водитель с пассажиром. А что он утворил, сержант? Понятия не имею. RH – это наш индекс. Наши легковушки, RH. У них соглашение такое. Выдавать друг другу преступников. И уголовных, и политических. Странно это. А что тут странного? Режимы очень разные. Потому и странно. Додж. Хорошая машина. Мы с Хуаном хотели купить, но не вышло. Хуан это кто? Мой сменщик. Настоящий сменщик. Что-то случилось? Почему мы здесь остановились? Я всегда к ней заезжаю. Ну, платок, как я понимаю, ты не для нее выбирал. Ты все правильно понимаешь. Пошли. У тебя почитать есть что? Там почитаешь. Я лучше здесь подожду. Долго ждать придется. Давай, в конце концов, чего-нибудь поедим. У меня уже все готово. А мы не теряем время? Сейчас все будет быстро. С ней договориться. Что? Зачем? У меня есть деньги. У меня тоже есть. Тогда поехали. Я так и думал. Что? Что тебя только политика интересует. Сам случайно не политик. А политик что, по-твоему, ругательство? Дерьмо собачье. Почему? Потому. Мог бы и объяснить. Что тут объяснять-то?
Ну, например, что такое, по-твоему, политик? Смотря какой. Хороший или плохой? Ну, скажем, плохой. Это тот политик, который все время врет, врет, а люди ему не верят. А хороший? О, это тот политик, который врет, а люди ему верят и верят. Ну, а если политик и не врет? Тогда какой же он политик? А ведь ты не прав, Чако. Чего это? Хочешь, я тебе объясню, почему ты такой сердитый? Ну-ну. Ты привык к тому, чтобы тебе все было ясно. Верно? А теперь попал в историю, в которой тебе далеко не все ясно. С одной стороны, тебе заплатили за меня большие деньги, а ты знаешь, что такие деньги на дороге не валяются. Значит, здесь что-то нечисто, думаешь ты. И это тебя не совсем устраивает. Но с другой стороны, деньги, немалые деньги, сможешь открыть свое дело. Мотаться тебе надоело, не мальчик, да и женщина ждет. И вот с этой стороны тебя все устраивает. И на все остальное ты хотел бы наплевать, но это не очень получается, ведь так? Ты же привык к ясности, вот и дергаешься. Верно? А что ты взял про женщину? А платок ты так долго своему сменщику выбирал? Настоящему сменщику. Ладно, здесь мне не все ясно. А ты смог бы объяснить, чтобы мне было ясно? Сейчас? Да. Не смогу. А если тебя сильно припереть? Соврешь, небось, а? Совру. Вот я и думаю, не политик ли ты? Да. Здесь переночуем. Доброе утро. Давно не виделись. Я плохо спал? Как тебе сказать? В общем, днем-то веселее. Я что-то говорил во сне? Может, и говори. Отсюда не слышно. Ты ведь не радио. Радио, кстати, не работает. Там ключ. Повернешь. Направо. Ох. Ты ешь.
А ты будешь? Я по утрам не могу. Ну, как хочешь. Ты бриться будешь? На бритву. А. У меня своя есть. Дома. А когда мы там будем? Где? Дома. Завтра к полудню должны. А у тебя дом там? Как тебе сказать? А, понятно. Все ищут бедолагу. Номер не тот. А ты номер запомнил? Я невольно запомнил. 312, 320. У меня документ был, когда я учился. Под номером 312, 220. На одну цифру только разница. Ну и как? Доучился? Доучился. А потом? В тюрьму. В какую тюрьму? В обычную, на улице Гвардейцев. Долго сидел? Около года. Ну и? Бежал. Слушай, я у тебя утром шрамы видел. Это да-да? Нет. Это из другой тюрьмы. Ты что? Из тюрьмы не вылезал? 5 раз вылезал. А ты, оказывается, штучка. Может, и штучка. А за что тебя сажали? За то же, за что и остальных, 70 тысяч. Сколько? 70 тысяч. Ты впервые об этом слышишь? А, я в эти дела не лезу. Слава богу. А что ты хочешь этим сказать? Жив-здоров, работа есть. Скоро свое дело будет. Я и говорю, слава богу. И пачку сигарет. Машину помыть? Нет, только масло залить. Залей масло. Моментально, в лучшем виде. Я тоже собираюсь купить станцию. А место хорошее? Хорошее. На крайне, правда. Зато там развилка, 3 дороги сразу. Хорошее. Да, чуть не забыл. Велели сообщить. Если ты про Додж, то мы уже знаем. Про Додж? Знаю. Ваш, кстати. А он что, пристукнул кого? Да нет, не похоже. Ко мне заезжали из службы безопасности. Так что понимай, как знаешь. Да мне-то что? Слыхал? А у тебя есть семья? Что? Семья? Семья. Наверное. Как это? Я подкидыш. Извини. Чепуха. Меньше семья, меньше хлопот. А нас было 5. И... Сеньоры, ваша машина готова. Поехали. Машину. Видел.
А номер? Нет. 312? 320RH. А тебе не почудилось? Видел, как тебя. Он у меня перед носом был. Он что, не знает, что его ищут? Нет. Наверное. Тогда не пройдет. Почему? Там пост. А далеко до границы? Около сотни километров еще. Скоро. А почему ты сказал «было»? Про что? Ну, про свою родню. А, потому что были три брата, сестра. Теперь нет. А где они? Сестра в Европе. Вышла замуж. А братья? Их нет. Почему нет? Расстреляли. Как? Троих? Да. Теперь я понимаю. Что? Понимаю, зачем ты туда едешь. Ну, и зачем? Ты младший. За своих братьев хочешь рассчитаться. Я старший. Старший? Да как же ты братьев-то? Ты же должен их как щенят. У меня Хуан! Сменщик! Да я его... В жизни такое бывает, Чаку. Я читал про одного старика. Был у него сын, 15 лет. И вот однажды пришли каратели. Карабинеры, что ли? Нет, давно это было, и не у нас. Впрочем, какая разница, они тоже всех уничтожили. И остались только старик и его сын. И знали они одну великую тайну своего народа. Им сказали, что сохранят жизнь, если они раскроют эту тайну. Тогда пошел старик к главному и сказал, что раскроет им все. Если они свяжут сына и бросят его в море. Зачем? Чтобы сын не видел предательства отца. Так он объяснил главному. И они сделали это? Тут же, на его глазах. И он им все сказал? Ничего он им не сказал. И тоже погиб. Вот ведь как бывает. Самое ужасное, когда ты живой, а братьев это больно всю жизнь. А что за тайна была? А? Это мед такой был. Что? Из-за меда сына? Это необычный мед. У каждого человека должен быть. Должен быть такой мед. Не знаю я такого меда. Да. Вас не обгонял дождь черно-белого цвета? 312-320? Да. Нет, не обгонял. Куда он пропал? Его же недавно видели. Откуда вы знаете номер? От самой столицы все уши прожужжали. А, черт, приезжай. И куда он мог деться? Поворотов здесь вроде бы нет никаких. А почему ты не сообщил им про Додж? Чего? Ты же видел эту машину? Слушай, я тебе уже объяснил. Я в эти дела не лезу, понял? То есть как не лезешь, когда только что полез? Чего это? Только что ты солгал полицейским, значит, помог тому, кого ищут. А теперь уверяешь.
будто ты ни во что не вмешиваешься. Хорошо. По-твоему, должны вернуться и сказать им всю правду? Ага, правильно. И опять вмешаться. Только наоборот. Поможем полицейским. Подведем того в машине. Слушай, ты меня не путай! Сидишь тут и путаешь меня. А если что-то хочешь сказать, выражайся яснее. Могу и яснее. У меня тоже было время. Тогда. После братьев. Тоже решил. Все. Как ты говоришь, ни во что не лезу. Ну и что? Ну и что? Одним от этого стало хорошо, другим плохо. Но все не так, как мне хотелось. Вот и получается. Человек, который ни во что не лезет, тоже политик. Политика, политика! Плевать я на нее хотел! У каждого своя политика! У каждого свое понятие! Конечно. Вот и все! Едем себе и едем. У тебя свои дела, у меня свои. Вот увидишь. В следующий раз скажу правду. Ты спишь, что ли? Ну и спи. Сержант, откуда эта машина? Из столицы, сеньор лейтенант. Из столицы, значит, надо повернуть на круг. Всех столичных приказано досматривать. Хорхе, где водитель этой машины? Он у коменданта, сеньор лейтенант. Откуда эта машина? Сейчас узнаем. Капитан, вы что, меня уничтожить хотите? Это же нельзя скрывать! Это холодильник никогда не скрывали! Это же перевозки, сеньор капитан! Я без мяса, сеньор капитан! Кого я там могу прятать? Кого я там могу прятать? Это же холодильник, сеньор капитан! Я без мяса! Чей портфель? Мой. Что это? Кофе. Это же вам не катафалк! А холодильник вы сейчас откроете, разморозите, а за порчу с меня спросят. Там же мясо. О, Господи, такое первый раз. Хорхе, почему я должен нюхать место твоей собаки? Наркотик. Таблетки от давления. Подведите собаку. Черт. Скажите сменщику, чтобы отогнал машину в сторону. Скажи сменщику, ладно, успокойся. Опусти руки. Тут сделана отметка в документе, что был произведен досмотр. Сейчас. Только наружу не выносите, а? Сеньор лейтенант, вас к телефону. Вот тебя помню. А Гильермо Аркуса нет. Так, напарник. Напарник, сеньор лейтенант. Не жена! Луис! Зачем ты пугаешь хороших людей? Я тоже его хорошо знаю. Он неплохой парень. Только имя у него какое-то странное. Чако, сеньор капитан. А, Чако. Кури,
Чак. А, спасибо. Ну что там у вас? Все в порядке, сеньор капитан. Кури, парень. Не курю. Странно, шофера не курит. Пошли, пошли, пошли. Да он больной, сеньор капитан. Я его к доктору должен отвезти. Я уже договорился. Иногда курить полезно для здоровья. Чего ты? А смешно-то ему про доктора. А, это я тебя попугать хотел. Чего ты? А ты вспомни, кто обо мне с тобой договаривался? Ну, был там сынишка моего хозяина. Так, а еще? А, был. Был там еще один. Его доктором звали. Только я к этому доктору ни за какие-нибудь деньги не пошел. Да, у меня уж отвези. Чего ты? Выходит, ты сказал ему правду про доктора, как обещал. Что это, Чако? Костры. Нет, это же... А, Латерана. Латерана. Подожди меня. Ехать надо. На одну минуту. Ехать надо. Чако, а ты часто бывал на Латеране? Нет, редко. А у меня все детство Латерана. И мы с братьями всегда доходили до самого моря. Латерана! Тара-тара-тара. Ну, ну чего сидеть, Чако? Давай, сами отпразднуем. Thank you.
рано. Значит, дома. А танцевать научился. Дома. И он не улетает. А черт его знает. А что? Ехать надо. Ты черт. Что случилось? Солдат сломал таки бритву. На. Зачем? Я все равно не пойму. На. Да не надо. Я обойду. Вот видишь? Пластина должна сидеть здесь, на штыре. А ну, придержи. Вот так. Понял? Нет, конечно. Залез, что ли, с утра пораньше? Ты что? Не видишь? Здравствуй, Мигель. Здравствуй, доктор. А где твоя борода? Там же, где твоя шевелюра. Рауль, ну как ты доехал? Как чувствуешь себя? Нормально? Молодец. Все, ребята, надо ехать. Спасибо, Чак. Очень красиво. Ты сам выбирал? Да. Вместе с другом. Мария? Да. Ты помнишь наш уговор? Да, ты говорил про какой-то шанс.
Что-то очень загадочно. Ага. Что скажешь? Мария, что ты говоришь? Что нам с тобой делить? Ты же знаешь, я была богата. А потом развод, грязь, упреки. Я все бросила, счастлива. А сейчас? Главные деньги твои, Чако. В чем я могу тебя упрекнуть? Да чтобы они сгорели, эти деньги! Ты посмотри на меня. Ведь я же тебя. Иди быстро, помоги там. Сеньор, мы очень благодарны. Почаще приезжайте. Это на завтра. На расходы. Угу. Надо бы завтра с утра успеть. В банк отнести. Эй, парень, куда поставить машину? Правее, правее, сеньор, ставьте правее. Заправишь полный бак. Да, и я сам. Дело, сеньор Чако. Опасного политического преступника Хорхе Алегриса. Однако в завязавшейся перестрелке преступник был убит. Президент Суарес лично выразил удовлетворение в связи с соблюдением обоюдного соглашения. А что здесь произошло? Ублюдок! Хотел деньги утаить! Куда? Это правда? Правда, правда! Антонио видел собственными глазами! Он спрятал их вот сюда, за пояс. Зачем тебе деньги? Я тебя спрашиваю.
Что бы ты стал с ними делать? Отдал бы родителям. Вы тут жиреете, а они голодают. Кто жиреет? Кто? На. И скажи своим родителям, что ты больше здесь не работаешь. Ты тоже свободен. Но, сеньор Чако... Вон. Послушай, Чака. Это мои деньги. Что хочу с ними, то и делаю. Понял? А чего ты разорался? Причем есть деньги? Я про этот чертов бандяк! Мы же обещали сдать его к вечеру! Ну, обещали! Обещали, так обещали! К вечеру, так к вечеру! Вернем владельцу! Брат, обещали! Что случилось? Чако, что с тобой? Чако! Почему я должен выкладывать 30 монет? Получается, почти в два раза дороже. Я вам еще раз объясню. Обращайтесь к министру финансов. Мы тут ни при чем. Да как это ни при чем? Да это же вы тут понастроили, черт знает что! Вчера вечером в центре города был арестован один из главных руководителей антиправительственного подполья Мигель Себастьян Гонсалес, который недавно тайно вернулся в страну. Утренние газеты опубликовали его портрет и краткие данные о нем. 35-летний Мигель Гонсалес является опаснейшим государственным преступником. Он несколько раз удачно бежал из тюрем, в последнее время скрывался за границей. Да вы и не слушаете меня! А у вас есть утренние газеты? Вы что, издеваетесь надо мной? Да нет у меня никаких ни утренних, ни вечерних газет! Не бери у него денег! Не нужны мне ваши подачки! Мария! Что, Чак? У тебя есть утренняя газета? Помыла и использовала. Хуан! У тебя есть утренняя газета? Ты что? Ты когда-нибудь видел, чтобы я читал газеты? Дело Мигеля Гонсалеса передано в трибунал. Дело... Это портрет. Это и есть Мигель Гонсалес? Да, это он. Дело Мигеля Гонсалеса передано в трибунал. Дело Эй, мальчик, Гонсалеса газету. Передано в трибунал. Пожалуйста, сеньор. Говорят, наши опять проиграли. Дело Мигеля Гонсалеса передано в трибунал. Пойди газет, сеньоры. Дело Мигеля Гонсалеса Thank you.
Не получается. Да, я посчитаю. Эти завтра Чак отнесет в банк. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два. Я давали всякой мелочи. 4. Хотел бы этот дом купить. Могу я видеть хозяев? Откуда мне знать? Приехали на грузовиках солдаты и все разгромили. А люди тут были? Не было. Убежать успели. Сама слышала, как офицер бронился. Посетитель, я позвоню тебе попозже. Да? Да, днем. Хорошо. Так, найден черный портфель с механической бритвой, студенческим удостоверением номер 312/220. Владельца просят обратиться по адресу. Не просят, а скорее владелец может обратиться и так далее. Нет, просят. Ну что ж, просят так просят. Именно так. Пожалуйста, все? Нет. Что еще? Подпись поставьте после адреса. Чако. Подпись тоже совершенно не обязательно. Поставьте. Чако. Это мое имя.